Глава Чувашии поручил установить причины затягивания сроков строительства биатлонного центра. Обсуждая реализацию важного спортивного проекта в Доме правительства, руководители ведомств сослались на трудности при оформлении земель. Проложить биатлонную трассу до конца этого года не удастся из-за пасмурной погоды и перепадов температур. Строительство объекта отложили на 2019. В проекте бюджета предусмотрели порядка 70 миллионов рублей. Михаил Игнатьев поручил наладить строгий контроль за работой подрядчика. Срывать сроки ввода биатлонного центра больше недопустимо, отметил глава региона.